Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Карачаево-Черкесия переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+5, днем 10-12 со знаком плюс. В горах местами до 5 мороза, днем 1-6 градусов тепла. Черкесский преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2, днем столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов. Творчество этого юного таланта хорошо известно в нашей республике. Он поражает красотой своих танцев. На днях у юного артиста Альберта Хасанова состоится сольный концерт. О приглашенных гостях, о прошедших конкурсах и профессии артиста в эти минуты в нашей студии Альберт расскажет моей соведущей Бели Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Альберт. Доброе. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, приехал сегодня к нам в гости. Можно сказать о том, что ты являешься звездой Карачаевска. Все мы знаем, что ты снимался в «Ералаше», участвовал во многих проектах, участвовал во многих конкурсах. Вот сейчас как ты поживаешь, с тех пор, как мы с тобой не виделись? Я знаю, что ты планируешь сейчас сольный концерт. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, где он будет проходить, кто в нем будет участвовать. Расскажи, пожалуйста. Ну, мой сольный концерт будет 25 апреля в Верхней Тиберде. Там приедут поддержать меня с разных городов. Там будет официальный двойник Майкла Джексона, победитель «Минуты славы». Мистер Нема приедет, Шервани Мурдалов, Мурат Токов, ну еще много людей. А почему Верхней Тиберде? Вы решили, почему там проводить? Меня там попросили просто сделать сольный концерт. Вот с тех пор, как мы с тобой не виделись, ты наверняка участвовал во многих конкурсах. Расскажи, вот самые значимые, где ты побывал? В Ростове. Вот мы еще недавно летом в Турцию улетали. Там открытие турецкого фестиваля. Вот. Мы с ансамблем «Шахук Дружба» открывали этот фестиваль. Угу. Где ты еще побывал? В Туле ты? В Туле, в Ростове. И еще во многих городах. Вот ты постоянно в разъездах. Да. Постоянно у тебя какие-то проекты, постоянно ты танцуешь, много времени проводишь вот вне школы. А как у тебя успехи в школе? Отлично. То есть по всем предметам ты успеваешь? Да. А тебе делают какие-то вот поблажки, что ты не ходишь? Там надо отпрашиваться. Ну, если я вот в школу не пойду один день, там или надо справку, или у директора отпрашиваться. Вот директор в данный момент знает, почему меня нет в школе. Угу. А сейчас в каком ты классе уже учишься? Шестой. Ну, вот в прошлый раз, когда мы с тобой виделись, ты не мог еще определиться с будущей профессией. Да. Вот сомневался. У тебя есть уже какие-то задумки? Да, я хочу быть артистом, выступать на сценах. Угу. Ну что ж, мне остается пожелать тебе удачи, чтобы ты стал большим артистом. И спасибо, что был гостем нашей программы. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11:25 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До завтра. Хирургия катаракты – одно из приоритетных направлений сети клиник 3Z. Для наших пациентов мы создали максимально комфортные условия лечения. В клинику «Иногородник» доставляют на специальном автобусе. Все необходимые обследования и операции могут быть проведены за один день. После операции пациентов отвозят в гостиницу в сопровождении медперсонала. И уже на следующий день они возвращаются домой с новым, счастливым взглядом на жизнь. Не откладывайте лечение катаракты. Обратитесь в клинику 3Z сегодня. Как мы делаем соки и нектары «Сочная долина»? Собираем спелые кубанские яблоки, тщательно моем, отжимаем, бережно сохраняем. Готово! «Сочная долина». Кубанские соки и нектары. Утро – это прилив бодрости и желания творить. Это не туфли, это какое-то чудо, посмотри, я вообще, я в восторге. Ты сережки сегодня одену. Доброе утро. Да. Доброе утро. Утро – это улыбки и радость. Утро. 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 Доброе утро приносит добрый день.
Не пропустите «Утро России» Карачаева-Черкесия. «Лови» 91.2 «Наша волна».